Депутат Виктория Казаку, бывший депутат ПДС, кстати, объявила, что после консультации с коллегами в территориях приняла решение присоединиться к команде нашей партии, продвигать ее инициативы в законодательном органе. Угу. Получается, что у вас будет свой депутат в парламенте, господин Усатый, и почему вы, а не другой? Минимальный возраст кандидата в президенты и так далее. Я неоднократно с гражданами на разных встречах в селах и городах Молдовы обсуждал те или иные инициативы. Например, там, изменить законодательство, чтобы в примарии каждого села, в здании примарии была электронная аптека, в которой 100 там, самых минимальных медикаментов, которые можно покупать без рецепта врача. Для того, чтобы решить эту проблему, либо другие, которые у нас есть в стране, нам нужен депутат, который будет выходить с инициативой законодательной. Вот, собственно говоря, в этом и было все мое предложение, чтобы был депутат, на которого будет работать целая команда, которая каждую неделю, не так, как 80 депутатов спят в каждом созыве, человек 20 максимум активно, чтобы она выходила с теми инициативами, которые важны сегодня для всех граждан нашей страны, и в селах, и городах, и так далее. Вот. И для того, чтобы граждане страны после президентских выборов могли увидеть настоящие лица наших депутатов. Мы с вами увидим. Мы знаем, например, чем занимается действующая власть. Но мы увидим, на какие законодательные инициативы будут положительно реагировать оппозиция парламентская, в том числе депутаты ПАС, которые есть сегодня. Да? Они же все говорят сегодня, и партия власти, и оппозиционные партии в парламенте, что они хотят улучшить жизнь граждан, помочь пенсионерам, многодетным семьям. Все политики так говорят. Правильно. А я буду выходить с законодательными инициативами, и я начну с тех инициатив, которые позволят без того, чтобы говорить, что у нас нет финансового покрытия, можно было бы воплотить жизнь, понимаете? Потому что я вижу депутатов из оппозиции, которые говорят, давай поднимем пенсию, или давай улучшим там условия там для инвалидов, да? Но реально они... Когда были у власти, до того, как стать оппозицией, ничего не делали все эти депутаты. А сегодня я буду предложить точечно то, что можно решить еще раз, без того, чтобы искать деньги, понимаете? И люди увидят, чем занимается сегодня один-единственный депутат нашей партии в парламенте. Так вот, я про один депутат хочу Правильно? Сказать. Правильно, а ведь важна инициатива.